Юные самбисты из Мариэл привезли награды с турнира, прошедшего в Кировской области. Там состоялись всероссийские соревнования по самбо среди юношей 12-14 лет, посвященные памяти Алексея Собакинских. Среди 170 участников, представляющих 16 регионов Российской Федерации, лучшие молодые борцы нашего региона. Турниру в городе Кирове мы усердно готовились, мы его очень ждали. Это были первые крупные соревнования всероссийские среди младших юношей после карантина, связанного с эпидемией. Трудности, с которыми столкнулись ребята, как всегда, с какими трудностями сталкиваются борцы. Это соперник, который внутри тебя, и соперник, который перед тобой. Кто этих соперников победил, тот поднялся на пьедестал почета. В тяжелых поединках ребята завоевали медали. Арсений Блинов стал бронзовым призером в весовой категории до 35 килограммов. Также бронзу завоевал Артем Речкин в весовой категории до 54 килограммов и Егор Коряков в весовой категории до 65 килограммов.